Всем привет, мои уважаемые подписчики и поклонники моего творчества. Давно не виделись, давно не слышались. Спешу вас порадовать и сообщить о том, что после длительного перерыва я возвращаюсь к вам для того, чтобы вновь вас радовать своими песнями. За период пандемии у меня набралось много материала, и сейчас я готовлю альбом, записываю новые песни. Для тех, кто меня видит и слышит первый раз, скажу, что меня зовут Евгений Юджин. Я певец и композитор. Пишу и исполняю свои песни в стиле русской кантри. Заходите, слушайте мой альбом «Путешествия». Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием всем отвечу. Ну а те, кому понравятся мои песни, добро пожаловать в нашу компанию. Я решил сделать группу в Telegram для того, чтобы все поклонники русского кантри были вместе, как в одной семье. Тем более, что в группе больше возможностей для общения и связи. В группе вы можете отслеживать ход моего творческого процесса, где я буду делиться с вами новостями творческого дня. Думаю, вам это будет интересно. Подписывайтесь на группу, на Telegram-канал, на мои соцсети, а также на YouTube-канал, где вы сможете просматривать актуальные видео с моими песнями, клипами, концертными выступлениями и оставлять свои комментарии. Также я буду делиться с вами интересной закулисной творческой жизнью. До новых встреч на просторах интернета и на моих концертах. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя, своих близких и родных. Всегда с вами на связи, искренне ваш, Евгений Юджин. Наше русское кино.